Супраорбиталис выходит вместе с нервом, с первой веточкой пораничного нерва и кровоснабжает у нас с вами лоб. Вот зона межброви – это зона, которая не очень хорошо поддается коррекции контурной пластики. То есть это не та зона, где мы с вами делаем приоритет на контурную пластику, потому что здесь плохое кровоснабжение. Это зона, превалирующая ботулотоксин.